Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы продолжаем с вами играть в игру Quake 2 The Ground Zero, точнее просто Ground Zero. Я просто сейчас почему-то вспомнил про название The Reckoning и начал его произносить. Вот, в прошлой серии мы с вами, точнее я, пытался понять, как пройти этот уровень, никак не понимал, но оказывается, тут все-таки нужно было прыгнуть в ту самую дырку, в которую я уже прыгал. Вот, конечно, у меня там жизни отнимутся, да, но что поделать. Осталось сейчас найти выход к этой дырке. Вот. Да. Сейчас я, блин, еще полчаса буду искать этот выход. Так. Хорошо. Так, сюда нам. Вот нам реально сейчас нужно вот в эту дверь. По этому коридору точно надо пройти. Так. Вот сюда нам. Я надеюсь, что вот сюда. Да, точно. Вот, собственно, правильно я прыгал вот в эту дырень. Хоба. Ну-ка, сколько у нас жизни отнимется сейчас? А, нисколько. Хорошо. Так, здесь мы сохраняемся. И, насколько я помню, в прошлой серии нам сказали подняться на вот на тот самый уровень, с которого мы пришли, но уже на каком-то лифте. Точно не на этом. Ну-ка. А, понятно. Понятно, что ничего не понятно. Ой, аптечки! Хорошо, что я сюда зашел. Так, давайте я сохранюсь. А я, знаете, я знал, что тут аптечки лежат, да. Конечно, немножко потратил патроны зря, но это бывает. Мисклик называется, когда ты нажимаешь на кнопку тогда, когда ты этого делать не хотел. Вот. Осталось найти тот самый лифт пожилой. Так. Карго-лифт, по-моему, он называется. Так, ну-ка. У меня, конечно, задание не отображается, но это потому, что я сюда уже запрыгивал и выпрыгивал обратно. Вот. Так, вот это я помню. Вот сюда прикасаться вообще нельзя. Вот к этим штукам. Ой, еще аптечка. Как же хорошо тут аптечки находить. Кнопка. Так, ну нам не кнопки нужны, нам нужен лифт. Хорошо. Вот этого карго-лифта тут нет. А где он есть тогда? Где он тогда есть? Я не понимаю. Там компьютеры пищат. Так, вот эта вот штука, она нас вверх задует.
Может быть, это как раз этот лифт. Да, карго-лифт. Это он самый. Тот самый карго-лифт. Мы его нашли. Да, как-то непривычно тут без музяки. О, вот это вот я его взял. И поднялся бы уже не на лифте сюда, туда. Да, все-таки на лифте, наверное, придется опять подниматься. Я же когда-то сюда поднимался. А, вот, по коробкам. Хорошо. Вот. На карго-лифте мы вот где-то там поднялись. Вот! Вот оно! Ой-ой-ой. Сейчас я что-нибудь такое возьму получше. Вот, да, мы сюда пришли именно правильно. Вот, хорошо, сохраняюсь опять. Один готов. Второй готов. Ух ты, кто-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут этот гладиатор, по-моему, его зовут. Тот, вот этот вот другалек, который стреляется. Я тебе поживляю. Все. Хорошо. Тут, по-моему, еще этот... как его? Турель. Где она? Побегаем, забегаем. Чего? Нету? Турели нет? Так, собираем вообще все. Так, я... укомплектован, как мне бы хотелось. 24 жизни, все дела. Все, выбрали дрободан. Тихо, кто там? Ай, ой, паукан, давай вылезай. Че, в тупик пришел, да? В стену уперся, да? На тебе, контрольный. Так, я беру вот эту штуку. Еще раз сохраняюсь. Вот. Да, тут надо смотреть не только за турелями сверху. И... но еще и за пауками. Но пауки, они могут себя иногда выдать. Они просто издают такой вот звук. Свой паучий. Вот, вот этот. Слышали, да? Задел меня. Гад. Опа, открылась. И чё? Поднимаемся, смотрите. Ну-ка. Интересно. Опа. И музыка пошла. И все дела. Ух ты. Это он, типа, друга позвал с собой. Ну-ка. Эть. Готов. Компьютер updated. Disarm yellow force fields. Понятно. Отключить их, да? А куда этот другаль убежал? Ой-ой-ой, паук. Это хорошо, что я тебя заметил, друг. Я
Я для начала тут сохранюсь, потому что, во-первых, тут вот этот другалёк, который здесь стоял, он куда-то успел убежать. Совсем понимаю, куда. Кто-то еще стреляет. А, о, здравствуй. Сейчас мы разберемся. Ой, аптечки. Хорошо. О, тут смотрите, тут. Так, и что нам? Use fighter lift to enter upper levels. Я тут на самом деле вещей нифига не использую, которые вещи, которые я подбираю. Ай! Так, а тут трупики лежат. Вот, вот тут я уже был, да, бегал. Да, и кажется, да, вот в прошлой серии. Да, тут наяривал круги, если вы помните, да. И вот здесь тут лазерные щиты отключились. Да, те самые, которые были в прошлой серии. Куда убежал? Вот здесь аптечка, смотрите, какая. Ой, здравствуй. А как ты тут появился-то? Я не понимаю. Тебя? Нормально. А я не понял. Откуда? А, кстати, смотрите, вот эту штуку можно. Тоже подобрать. Я не знаю, что это такое. Какой-то сьют. Какой-то сьют. Хорошо, подобрали сьют. Я надеюсь, что он. Это мне не нравится, давайте сохранюсь. Я хочу, чтобы у меня было 100 жизней, а не 98. Да. Компьютер апдейтит, да-да-да. Одно и то же задание. Куда? Куда, стой? Так, тут сейчас еще ребята будут. Ой-ой-ой! Ой-ой! Все, хорошо. Сейчас еще второй будет. Так, я сохраняю здесь. Как тут, блин, все запутано? Пойди туда, вернись сюда. Ух ты! Как можно так не попадать мне? На тебя. О, я сохраняюсь, пожалуй. Ух ты! Отстань. Уйди. Что, оживляешь всех, да? В меня целишься, да? Все, никто никого не оживит больше. А, ясно. На тебя. Получай. Все 6 жизней, нифига. Ой-ой-ой-ой-ой. А где я сохранялся? А-а-а.
Вот это, конечно, да. Ух ты, ничего себе, это я тут сохранился так? Тут это один бегал, хорошо. Отстань ты, компьютер апдейтед. Да, можно вот этих вот ребят заранее прибить. Ну а тебе. Я туда не хочу подниматься. Потому что там где-то еще второй паук ползает. А, вот, прикиньте. Ясно. Он же меня убьет нафиг. У меня один удар остался. Ну вот о чем я говорил. Спрятался вон где. Так, сейчас надо будет заднюю давать. На тебя. Так, давайте я что-нибудь другое подберу. Так, нет времени выбирать крутое оружие. На тебя. Получай. Ну вот, 78 жизни. Там, конечно, лифт сейчас опускается. Неизвестно, кто нам. А, все нормально. Так. О! Сейчас добью вот так. Все, готов. Ух, все, здесь самое время сохраниться. Компьютер апдейтить я. Убираю, чтобы... Зараза, она какими-то зелеными соплями стреляет. И всегда попадает. Не то загрузил. Блин, сейчас хорошо, я понял. Я не знаю, музыка сейчас будет играть после загрузки или нет. Я хочу, чтобы музыка играла. Так, все, вот эту вот пушку я не беру. Придется брать, наверное, либо ракетницу. Так, одна готова. Один паукан готов. Так, сейчас бы никто тут не выбежал просто так. Может быть, вам туда закинуть какую-нибудь гранату, например, из гранатомета. Ну-ка. Нет, не докидывается, прикиньте. Хорошо. Сейчас тогда берем вот эту пушку. Вот здесь сохранимся. Одного паукана мы все, мы того. Сорок пять жизни. Ну, жить можно, наверное, да? Компьютер апдейтед. Destroy remaining resistance. Remaining. Ой-ой-ой-ой-ой. А, еще и ты. Здрасте.
Вот ты где. Ой, ракетами стреляется. Давайте я на нее ракету. Тут семерочка, по-моему, да? Да, семерочка. Я помню про семерочку. Все, сломал. Ой, прибежал. Привет. Еще раз на себя. Ай! Вообще неудачное оружие я. Ах ты, гадина. Так, ладно, давайте я загружаюсь. Я понял. Я понял, везде ловушки, везде за углы надо. Это самое. Отстань ты, компьютер апдейтед. Отстань, компьютер апдейтед. Заапдейтился. Да ё-моё, не могу попасть. Так, здесь мы сохранимся, пожалуй. Вот, потом и здесь мы сохранимся. Слушайте, уровень какой-то не музыкальный. Так, семерка, отходим. Раз, два, три. Так, берем оружие другое. Какой-то, блин. Все, сохраняемся еще раз. Почему тут нету музыки? Без нее плохо. Так, 8, 7, вот так. О, нормально, нифига себе. Вот это я, конечно, попал. Тут как-то прицел вот этот немного смещен. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе. Вон там еще сверху бегает. Все, перестал бегать. Ой-ой-ой. А как тут выжить? Как тут тогда выжить? Со всех сторон. Отстань ты, компьютер апдейтед, задолбал уже. Где-то мои тыселки. Сюда, быстро. На тебе туда еще одну. Ой, я боюсь, я сохранюсь. Почти в рифму сказал. Пить. Эй, на тебе. Получай. Ух. Ну, тут вообще без проблем. Ой, адреналин. 105 жизни. Что может быть лучше? Так, хорошо, это все мы. Вот этих вот гадов надо теперь. Ну, здесь поубивать? Или не стоит? Так, это Теслы. Так, хорошо, что у меня там по заданию? Open Primary Entrance. То же самое задание, прикиньте.
до сих пор то же самое задание. А как я тебе открою этот Primary Entrance? Непонятный. А, понятно. Хоба. 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 Все, сохраняюсь. Вот здесь. Вот, ну у нас тут получилось, конечно, да. А куда ты поедешь? Вниз. Прикиньте, догадался. Так, может быть... нам сюда и надо? Вниз? Нет? Ладно, давайте вверх тогда. Обратно. Да, начинаются опять тупники. Опять тупники? Компьютер апдейт, в этот что раз. Open, понятно. Все открывать, да открывать. Так, вот сюда не надо, сюда надо поосторожнее. Тихо. Просто если там на вот эту красную штуку наступишь, все. Тебе смерть. Так, здесь нажато, здесь нажато, здесь убита камера эта. Турель. Здесь никого, здесь все отдыхают. Так. Вот здесь мы сохраняемся еще раз. Вон он стоит, гад. Давайте я сейчас сохранюсь вот тут. Где там? Готов. А как мне туда зайти-то теперь наверх? А, смотрите, тут надо было просто кнопочку нажать и вот эти вот лазер, щит убрался. Так, спокойно, хорошо. Ой, две аптечки тут. Хорошо, я буду знать. Какое-то новое место. Давайте перед ним сохранимся. Какой кошмар. О, так, я вижу, там камера появилась. Сейчас этот другалек прибежит. Если прибежит. Другой прибежал. А ты что тут забыл? Мне по рации кто-то что-то передал. Так, пока что все сломал, что надо. Так, и не потратил жизни. Это ли не чудо? Так. Я реально боюсь теперь выходить тут на новые локации. Так, это не берется. Хорошо. Я реально боюсь, потому что, ну, это... какая-нибудь гадость тут, это самое, вылезет неожиданно и меня убьет нафиг. Так, дверь. Еще дверь. Ну-ка, что там за дверью у нас? Опа, нифига себе, три аптечки. Так, давайте вот
Computer Updated, ну-ка. Destroy Resistance. Давайте уничтожать Resistance, деструить его, так сказать. Мы будем... Следующая серия. Вот, музыка заиграла. Следующая серия будет с музыкой у нас. Вот, собственно, это была игра под названием Quake Ground Zero. Мы наконец-то начали проходить дальше. Не было у нас тупников с картой, да. Собственно, ставьте лайки, если вам понравилось. Также подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.